Друзья, если вам нужен максимальный левел или куча денег в GTA 5 онлайн, тогда заходите в мою группу по прокачке. Мы только что открылись, поэтому всем сделавшим заказ прямо сейчас, дарим бонус 25% к сумме вне зависимости от заказанного пакета. Работаем со всеми платформами, ссылка и все подробности в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чедони, и, ребята, сегодня у нас битва воров в GTA 5. Кукусяндр, пацаны! Что ж, ребята, сегодня у нас новый район, здесь у нас бизнес-центр, так скажем, Лос-Сантоса, и довольно-таки много хороших мест здесь парковки. Ковочки с дорогими машинами. Поехали, короче. Давай ищи. Давай, выбирай давай. Все, что хочешь. Тут сам реально ищи. Хоть во все четыре стороны катай. Так, блин, ребят, напоминаю, за 3 минуты должны дать хорошие тачки. И нифига, Lexus сразу сходу. Lexus. Так, ну это не хорошая тачка. Это что, закос на Мерс какой-то? Бугатти стоит обычно. О. О, ну я нашел первую такую. Норм, пойдет. До кубов так. А это то самое? Так, стоямба. Что ты нашел? О, да, молодой! Вот это шикарно! Вот это шикарно! Нашел. Правда, она цвета какого-то беспонтового, ее покрасить надо будет. Так, я нашел Бугатти одну. А, да? Да, и это, кстати, вроде та самая хорошая Бугатти, которая у нас недавно появилась на серии. Надо ее протестировать. По полной! Эй! Нормально. Полегче. Нормально. Да, Чирон 2019 года, кстати, тоже довольно-таки сильно. Две Бугатти, как минимум, это интересненько. Какая у тебя стрёмная Бугатти? Не, на самом деле ее покрасить надо, да, что-то с ней нужно сделать, она какая-то такая. Профиль такая страшная просто. Ну, кстати, да. Что-то необычное. Сейчас поближе на нее детально посмотрим. Две бэхи стоит стареньких. Е36 и, короче, еще какая-то такое себе. Nissan Titan. А X5 сейчас... Хотел я забрать, но нет. Оботался. Слушай, я не знаю, что здесь за район такой, но у всех машины какие-то серого, черного цвета. Что-то они мутные какие-то все. Ну, обычный этот бизнес-район. Да, такой унылые трудовые будни, как всегда. Я, короче, нашел себе вторую тачку, которая, я не знаю, что она там делала вообще, довольно-таки странно. Мне кажется, что это из персонала чья-то машина, потому что она не может, мне кажется, бизнесмен кататься на раме просто с колесами. Это, как видим, не престижно. У тебя что, я там тебя жду. Ты что, карт нашел? Да, я нашел карт. И это довольно-таки интересно, то, что в подворотне в бизнес-центре стоял карт. Да, а где капот? Дракнола. Ну, Дракнола, в принципе, я не удивлен, что она здесь была. Так, блин, ребят, сегодня интересно. У нас сегодня две, даже три, возможно, тачки. Бугатти вроде хороша, но посмотрим, насколько она лучше, чем вот этот Чирон 2019 года. Юра, если что, это Бугатти лучше, чем моя Дракнола и твоя Бугатти. И твоя карта, если что. Сейчас проверим. Окей, ребят, заряжаем тачки, прокачиваем. Вот эту в первую очередь прям нужно покрасить и погнали. Итак, ребята, Бугатти 2021 года, офигеть просто, против Бугатти Чирон 21-го, ай-яй-яй, ого, ну нихера себе, так, ну нихера себе она летает, а так-то вообще норм на самом деле, правда я приземлился не очень, прям вообще не очень, прям кубарем, сильно, очень сильно, но возможно, кстати, наши старые тачки улетят дальше, потому что я знаю, что и Драгнова, и как бы карт они могут показать. Могут! Я полетел. Подожди, так, я тоже полетел. Я как-то странно ударился. Кстати, ты что, на колёс, что ли? Нихера ты? Я тоже так... Блин, нет, я... Да ладно, уехал. Собака, уехал дальше, чем Бугатти, чем карт. Самое четкое, что они, короче, когда приземляются, она выравнивается, бывает. Да, и дальше едут. То есть вот в этом плане вот эти читачки все-таки хороши. Окей, ребят, Бугатти как минимум себя показала хорошо, но бал достается Донни. Записываем, собственно, его на его счет и погнали на дерби. Давай. Итак, ребята, дерби, погнали, посмотрим. У нас две тачки, две жизни, как всегда. Этот формат не меняем. Блин, на самом деле, на чистской Бугатти немножко стремновато здесь ездить. А! Да. Ну ладно, это был... О, очень изи, я за тобой упал. Прям... Ну, ты первый упал в любом случае. Я прям за тобой поехал прям в пучину. Так, а падать-то не нужно же было, нет? Да какая разница, все равно начинаем с одной и той же тачки. Ладно. Поехали. Так, ну, на самом деле, Дракнова, вот это уже... А! Так, стоп, я не совсем понимаю, что происходит. Ёпта, подрезал тебя, видел, как срезал, да. Просто красиво. Да. А, отлично, Бугатти меня удивила на дерби. Хорошая машинка. У нас получается 1-1. Ёпта, да она вообще бешеная, сумасшедшая. Я предлагаю тебе сделать спринтецкий с копами. Ну давай. Итак, ребята, спринтецкий с копами. Давненько мы не катали против полицейских. В общем-то, едем на военку. Ты готов? Давай. Раз, два, три. Копы — это наше веселье. Так, а чё с поворотами в этой Бугатти? Вот что самое интересное, потому что... Скорость хорошая, вот управляемость, ёптыщ. Ну хотя, вроде как успевает машина отжимать. Дурачок, а. Чё там у тебя? Да с ботами трёшь? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Страшная Бугатти да на самом деле. Да твою мать! Чё у тебя там происходит? Да веселье. Веселье? Без похмелья. А! Собака!
Два дебила просто в полицейской тачке. Еду, никого не трогаю, впереди меня от какого-то хера появляется коп и со всей дури, короче, меня подрезает, прикинь. Так, а, тем временем я... О, минус колеса? Да. Че, будем чинить? Давай починим. Да, 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 починим. Блин, я пока чинил колеса, меня на бобике два мудака сбили. Там еще шипы были, осторожно. Шипы? Да. Тут... Реально шипы, чего? Откуда, чего? Шипы, это что-то новенькое. Они бросают, да, Тайрос. Это что-то новенькое, я давно, сейчас я не видел такой херни в GTA. А если быть точнее, то с момента, когда я снимал полицейские будни, помню в свое время. Так, но тем временем, хоть и чит Бугатти, но пока по времени это потрачено. Нихера, ты как так быстро сел? Поднялся. Охерел? У тебя и так две тачки, о чем ты? Да и какая нахер разница, тут копы как собаки нерезанные, просто в любом угле сидят. Едет 200 от силы, понимаешь? Не, ну я, конечно, в этом плане я еду быстрее, но это все равно бан. Так. Ну бан тебе. Да ёб тыщ. Тыщ. Вот я же говорю, я тебя догнать даже не могу. Ну так это потому, что ты там такое водила. Ну нихера себе водил такой. Чё с Бугатти? А, не с Бугатти, у меня баги, только что ехать перестало. Чё происходит, слушай, алло? Такой бред с копами, ё-моё, она вообще просто... Я уже забыл, насколько это жестко, если честно. И самое тупое не это, а то, что... Я тебя догнать не могу, я только что копа в космос отправил. А! Чего? Да идите нахер, не стреляйте! Тихо! Чё это было? Да куда ты, дурак? Вот и я о том же. Чё происходит вообще? Ёпт. Я там уже... А ты где? Да я сзади. Ты рядом только что был. Блин... Просто ну нахер, хэштег копы подохните уже, ну это жестко, охренеть. Не, ну конечно свой колорит в этом есть, но я реально уже даже забыл, как мы делали испытания с копами, потому что сейчас с такими чит-тачками против них, ну вообще нереально, это очень сложно и прям жопа горит. Что ж, ребята, записываем бал, кто стреляет, это так, походу, валим отсюда. И погнали дальше. Давай. Итак, ребята, смертельные шашки, в общем-то, для тех, кто не знает, мы едем, получается, через прямую с оживленным трафиком, доезжаем до вторых машин, пересаживаемся и едем обратно. Кто первый давай, приезжает сюда же, тот победил. Раз, два, три. Прости, понятно. Бобец. Бобец. Прости, бобец. Так, ну... Ой, ёпта. Ну, на прямой, конечно, немножко полегче, но... Хаммеры, кстати, хаммеры остались еще. Ёпт! Ты долго думал об этом маневре, скажи мне, пожалуйста. Да, я тормозил, чтобы не врезаться. Я же не знал, что ты там в меня влетишь со всей дури. Так, ладно, я понял. Да смысле, Чё? Грузовик, да смысле еще один? Да вы заколебали. Я думаю, что там ладит. Да смысле еще один? Что скажет перекрестный грузовик, а? Лучше бы каждый перекрестный хаммеры были. Так, выходим и садимся по-человечески. Ага. Выходим, берем тачку нормальную, а не... Ну какая есть. На самом деле, Бугатька хорошая. Так, теперь... Я понял. У нее, знаешь, что проблема? Она если врезается, она несет ее прям. Нахер ты дверь закрываешь? Ёпт, я от смеха прям лобовуху врезался. Так, стоп, там драк новый, это на самом деле опусто. Ну ты мразь! Да уйди ты с дороги! Нет, Кока-Кола! Я чё, Дед Мороз из Кока-Кола не поверил, так что... Че ты варёшь, вот тебе яйца крутят. Да это просто, да это дичь какая-то, поехали. Ну чтоб ты понимал... Да почему ты едешь влево, если вправо нажимаю, а? Чего, в смысле? Так, тихо. Твою мать! Нифига ты там летаешь. Я, короче, приехал уже, где-то там. А где ты? Я, на самом деле, мне кажется, я мог хорошо подлететь и просто меня сорвать в воздухе, но... Ну, кстати, да, тут вполне такие рикошеты бывают, что машины летают довольно-таки странно. Окей, ребята, записываем балл на мой счет, идем на прыжок с трамплина, посмотрим, кто же летает дальше. Ага. Итак, ребята, прыжок с трамплина, есть один баллон нитро, в общем-то, три чит-тачки и Бугатти Чирон, и на самом деле, мне кажется, Чирон сейчас всех читов порвет. Посмотрим. Ну, что-то мне подсказывает, что они могут. Так, ну баги, конечно, 980 км, идеальнейший прыжок. Ой-ой-ой, я прыгаю еще раз, я врезался. Я идеальнейше прыгнул и... Мне кажется, я сейчас на крышу дома Карсону залечу, да? На крышу дома твоего... Я прям на крыше дома остановился, потом чекнешь. Красиво. Хорош. Так, ладно. На самом деле, блин, баги-то я знаю, что не прыгает. И, блин, на этой Бугатти я тоже уже прыгал, и как бы такое. Че, врезаешься?
всегда в Рязани. Так, я тогда, ребятки, сделаю вот так вот. Я подниму подвеску на всякий случай, дабы не звенеть яйцами, как говорится. Так. Мне больше всего интересно, как Чирон полетит, потому что можешь сразу в него садиться. Мне кажется, Чирон это самый фаворит здесь. Ну да. Ой, я прыгнул идеально, кстати. Если в прошлый раз у меня получалось, что я бился, теперь идеальный прыжок и... Не, вообще на ней едет просто. Ну, то есть... Серьезно? Я перелетел чуть-чуть свои баги, вот чуть-чуть. Да, он тоже не летает. Так, прыгай в Чирон, посмотри, докуда долетишь. Мне кажется, блин, балл за тобой сейчас будет. Ну, посмотрим. Да, ёб твою мать, это просто, ну, это в ноль, просто он расшатывается. Просто. Я полетел на Нове, короче. Ну, я думаю... А что, типа, Чирон не прыгает, да? Да, Чирон не получилось. Ой, а летишь хорошо. Ой, а хорошо летишь? Да не, плохо. Типа, так, вообще. Ну ты сейчас в сзади эту поврежешь. Блин, прикинь, вот мне повезло на самом деле. Смотри, где бугать. Чирон, да я понял, там буквально стоит в пару метров. Да, буквально в двух, там... десятках метров. Такое себе. Короче, ребят, Чирон 19-го года не прыгнул. Ванёк пытался раз 7 прыгнуть, поэтому, ну, как-то так, балл, значит, записываем мне. Ну и, вообще-то, вот такая серия получилась. Пишите в комментариях, что думаете по поводу новой Бугатти 2021 года. Может быть, даже концерт, потому что я, как бы, эту машину не видел вообще в реале, но... В любом случае, наверное, она есть. Не просто так ее придумали. Что ж, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы. Всем спасибо и всем до скорых встреч. Всем пока.